ve geleneklerinde var olan komşuluk bağlarının Нас огорчают попытки ряда стран использовать боль армянского народа и священную память наших предков с целью достижения своих политических целей. Об этом в интервью агентству «Анадолу» сказал патриарх армян Турции Саак Машалян. По его словам, напряженность, связанная с попытками определенных кругов десятилетиями поднимать этот вопрос событий 1915 года в парламентах, не служит сближению двух народов, а наоборот затягивает мир и усугубляет вражду. Машалян подчеркнул, что необходимо налаживать мосты дружбы и быть искренними. При наличии подобной атмосферы оценка исторических событий может быть более конструктивной и полной. Мы надеемся, что третьи страны будут предпринимать шаги по стимулированию процессов именно в этом направлении, сказал он. Он отметил, что события 106-летней давности необходимо воспринимать в качестве печального исключения в тысячелетней совместной истории двух народов. Отношения должны строиться на дружбе и совместной выгоде. Надеемся, что традиции добрососедства скажутся и на активизации диалога официальных структур Турции и Армении, подчеркнул патриарх. По словам Машаляна, Реджеп Тайип Эрдоган как в бытность премьер-министром, так и в период президентства стал единственным государственным деятелем Турецкой Республики, который выступает с посланиями по этому историческому вопросу. Инициатива турецкого лидера по созданию платформы диалога на Кавказе с участием 6 государств может привести к долгожданному миру между народами региона, уверен он. Ve ecdadımızın kutsal anısının bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara alet edildiğini görmek ise bizi üzmektedir. 10 yıllardır bu konunun parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemektedir. Tersine hasmane duyguları kışkırtarak barışmanın gecikmesine yol açmaktadır. Öncelikle dostluk ve samimiyet köprüleri kurulmalıdır. Üçüncü taraf ülkelerin işte bu yönde teşvik edici bir katkı sunması arzulanmaktadır. Ve geleneklerinde var olan komşuluk bağlarının Türkiye ve Ermenistan resmi makamları arasında da canlanmasını ümitle bekleyenlerden olmayı tercih ediyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu vesileyle mesajlar yayınlayan yegane devlet büyüğü oldu. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.